урегулирование правового статуса Каспия – это вопрос как минимум среднесрочной перспективы, потому что процесс идет довольно давно, и, в принципе, определенная база нарабатывается. Но я считаю, что вот Астраханский саммит, который прошел недавно, он заложил определенную основу для того, чтобы сформировались определенные предпосылки. Уже главным итогом Астраханского саммита является достижение консенсуса о неприсутствии третьих стран на Каспии. Это означает, что переговорная повестка при каспийских стран, она дополняется больше консенсусными какими-то нюансами. Вот. И очень важно сейчас проанализировать ту ситуацию, которая складывается в регионе, в Каспийском регионе. Очень важно учитывать тенденции в двусторонних отношениях, в частности, наращивается потенциал полезного взаимодействия между Россией и Ираном, между Ираном и Азербайджаном. Азербайджан со своей стороны также последовательно снимает напряженные отношения с Туркменистаном, с Ираном. Последние визиты президента Азербайджана в Иран, вот ответный визит президента Ирана в Азербайджан, все это формирует достаточно благоприятный фон для продвижения на пути урегулирования Каспийского вопроса. Но это, опять же, если говорить о какой-то юридической составляющей, она еще займет определенное время. Но главное, что прикаспийские страны выиграли время. Выиграли время в том плане, что у них есть возможность для проработки очень многих серьезных вопросов в региональном формате. Третьи игроки не заинтересованы в том, чтобы Каспийский регион формировался именно как региональная составляющая. Как правило, выстраиваются отношения в двустороннем формате. Наши же страны сегодня стараются вести диалог на консенсусной основе. И я думаю, что если сейчас прорабатывать все схемы взаимного взаимодействия, как на политическом уровне, так и экономического взаимодействия, очень много интеграционных проектов, которые сегодня связывают страны этого региона. Я думаю, что все это хорошая база, но это вопрос среднесрочной перспективы, как минимум.